День весны и прекрасного настроения. Славянск на Кубани готовится встречать 1 мая. Какие праздничные мероприятия пройдут в этот день, смотрите в следующем материале. Яркий, солнечный, жизнерадостный. Приближается 1 мая, праздник мира, труда и весеннего обновления. Приглашаем всех славянцев вместе с коллегами, друзьями, родными принять участие в первомайской демонстрации. Начало шествия в 10 часов утра. После демонстрации центр города превратится в одну большую концертную площадку. На Театральной площади в парке Григория Пономаренко выступят лучшие детские творческие коллективы. Для юных славянцев будут проведены игровые программы. Праздничные мероприятия продолжатся вечером. На Театральной площади в 19 часов начнется концерт «Встречаем праздник 1 мая», который завершится молодежной дискотекой. Поздравляем всех с наступающим праздником весны и труда!